Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о достопримечательностях, которые в Паттайе бесплатны. Да, увы, для бюджетного туриста, который не обременен бабосами, смотреть здесь особо не на что, разве что вот на такие вот мусорники. Шучу, конечно, в районе Пратаманка есть Большой Будда и Большая смотровая площадка. Если вы не хотите идти, можете доехать на таком вот мототакси. Хотя и идти-то всего ничего, каких-то 20 минут от пляжа Протаманг. Если проголодались, вот вам 7-Eleven или Family Mart. Здесь вы можете подкрепиться и вперед. Дорога ведет в гору, но что поделать, красота требует жертв. Благодаря туристам здесь как грибы вырастают такие вот кондоминиумы. Они стоят недорого, в среднем 5000 бат в месяц. А так выглядят 4-5-звездочные отели на территории Паттайи. Многие туристы заезжают в них и ничего кроме территории этих отелей не видят, увы. Идя к Большому Будде, можете увидеть такую импровизированную спортивную площадку. Она сделана из подручных средств, парни молодцы. А увидя эту рекламку, не купайтесь, все намного дороже. Поездка до аэропорта Утопао стоит уже 650 бат. Так выглядит подъем к Большому Будде. Статуя Будды находится на 120-метровой высоте над Пратаманком. И сюда очень многие приезжают на автобусе, автомобиле или мотобайке. И лишь немногие сюда доходят пешком. Я вот дошел пешком. Здесь очень строгие правила подъема на гору. И если вы пришли в коротких шортах или открытый вверх, нужно обязательно взять саронг. Поднимаясь по ступенькам, считайте их, должно быть именно 120. Если вы где-то ошиблись, значит у вас грехи. Если посчитали правильно, вы идеал. Когда вы заходите на площадку Большого Будды, раздувайтесь, такие здесь правила. А вот и сама статуя Большого Будды высотой 15 метров. Если у вас много грехов или вы желаете благословения от местного монаха, всего 20 бат и вы благословлены. К слову, такой ритуал благословения напоминает ритуал православных отцов, не правда ли? За статуей Большого Будды есть огромная площадка, на которой вы можете увидеть таких мучающихся человечков или вот такого вот горе блогера, который пытается Будде богатства в пупок попасть монеткой. Пока не получается. А это вид, который открывается на пляж Пратаманг и его окрестности. И снова наш горе-блогер. Здесь отпечатки Будды, и на этот раз он уже точно попадет монеткой в места, где нужно ставить эти денежки. Вот, молодец, чувак. А сейчас мы поднимемся на смотровую площадку Паттайи. Она расположена слева от Большого Будды. А это пиратские кадры, как привозят лед и доставляют местные смузи-кафе. Вот вам. Так довозят, а здесь уже раздают. Приятного аппетита. Не заболейте. Холм называется Паттайя Бэй, и каждый день здесь показано время захода солнца. Китайцы в Паттайе – это уже не новость, и их слышно издалека, это как стая ворон, сейчас покажу. А это монокль, увы, он не бесплатен, но бросив монетку, вы сможете насладиться Паттайей. А я наслаждался Паттайей с помощью своей экшн камеры, а также обыкновенного фотоаппарата. Ну и глаза.
Со смотровой площадки открывается вид на центральный пляж Паттайи. И скажу вам честно, он довольно-таки хорош. Это я вам докажу в последующих видео. А в этом месте верующие сжигают свои грехи с помощью петард. Тайцы приходят на этот холм в основном, чтобы поблагодарить адмирала, имя которого Кхром Луанг Джумборн Кхет Удомсакди. Вот. Он является основателем военно-морского флота Таиланда и поэтому так священен у тайцев. Если вы устали смотреть на Паттайю, можете полюбоваться приколами туристов. А здесь нет ничего постыдного, просто европейский дедушка приехал к своей тайской внучке. Секретные материалы. Работник паттайского ЖКХ. Теперь можете себе представить, настолько здесь много русскоязычных туристов. Еще одна смотровая площадка, расположенная на горе Пратаманг, это площадка, где большая надпись Паттайя Сити. Прикольно, что здесь почти нет туристов, и к тому же она пока что совершенно бесплатная. С этой площадки открываются виды на два порта Паттайи, также улицу Welcome Street и центральный пляж Паттайи. А на небольшом клочке природы вы можете полюбоваться такими большими бабочками. Ниже от надписи Паттайя Сити находится еще одна смотровая площадка с видом на порт Марин. С нее вы можете любоваться лодками разных типов и размеров. Если у вас хорошая оптика, то можете даже их приблизить и посмотреть, что же там делается на палубе. А вот почти на спуске с горы находится последняя смотровая площадка с видом на пляж Пратаманг. Правда, он частичный. Мне круто повезло, в джунглях Паттайи мне удалось заснять птичку. Финишной прямой смотровых площадок горы Пратаманг является вот такая вот ступенчатая дорога, ведущая к маяку. Но это уже другая история в моих последующих видео, а пока что наслаждайтесь салютом!